Вот. Вот мы находимся в усадьбе Вавилова. Прибыли на концерт пионерский. Здесь вот тут же проводится выставка пряников. Сейчас мы пойдем туда. Люди собираются. Еще, правда, пара часов. Вишневый сад. Саша, можно вместо магнитов брать прянички. Выставка пряников, да? Это все пряничные домики. Вот с обратной стороны видно, что пряники. Вот так. Ну, упал. Он сам упал. Переломился. Мы уже видели. Рыбку золотую и конька вулкана видели. Ну, какой большой, прям как пицца, да? Звезда. Какая прелесть, а? Мне потом все это оформишь, ладно? Саша. Ага. О, Владивосток. Визитная карточка. Красота. Где надо смотреть? Не скажу, не давай. Я пойду посмотрю, что можно. О, он в пилотках, пионер вожатые ходят. А нам пилоток не дали, мы не испанцы, да? Я тебе хотела сшить, потом думала... Пилотка? Ага. Я хотела тебе сшить. О, левифиан. Чудо-кит. Да. Да, какой. Вот, мы посмотрели выставку пряничную. Кристина! Все цветет уже. Ага. Здесь же и продается все, да? Да. Да. А сколько стоит? Все разные цены. Большие. Что вы там приглядели? Дайте-ка, я посмотрю. Что ты приглядела? А вот мишка. Листик. Угу. Вот такого купить. Ага. Себе хочешь мишку, да? А у меня есть котик, да? А у меня два. Не, котика не хочу. Вот куда мне Мишу? Вон Машенька без медведя. Угу. Angry Birds. А он в коробочке, да? Нет.
просто на подложке. На подложке, да? Мы же его разломаем, наверное. Ну, они довольно хрупкие, да, на так хрупкие. Да. Или что? Ну как, ничего, будешь ты носить? А ты в своей этой сумочке. Ну что, я могу дать пакетик. Ну, просто не так. Да не, ну давайте, давайте. Я просто думаю, куда. Что же ты выбрала? Мишку? Мишечку. Какой красивый мишка. Все. Все. Мы сделали уже покупку, да? И куда пойдем? На пионерский сбор.